Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Oh,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Все это. О, Шачи, твое тело светится, как у богини удачи. Наверное, она посетила наш дом. Где бы я ни был, куда ни пошел, люди дают мне деньги, одежду, рис. Хотя я не прошу их об этом. Да. А я вижу удивительно лучезарных людей. Они парят в просторе космоса. Похоже, возносят молитвы. Как ты думаешь, что это? Когда я спал, в моем сердце появилась духовная обитель Господа. Из моего сердца она вошла в твое. Тогда я понял, у нас скоро родится сын. Он будет величайшей личностью. Yeah.
Однако время шло, а младенец все не появлялся. Лунный календарь отсчитывал уже 13-й месяц ожиданий, и Джаганатха Мишра стал сильно волноваться о жене и ребенке в утробе. Шачи перехаживала 3-й месяц. Тогда Ниламбара Чакраварти сделал астрологический расчет и сказал, что его внук родится в месяце Фалгуна, самый благоприятный момент. Шел 1407 год эры Шака, 18 февраля. Срок пришел. Стояла полная луна. Небо было усыпано яркими звездами. И на этом мерцающем звездном ковре появилось созвездие Льва. Планеты приняли самое высокое положение. Когда в этом мире восходит безупречная сияющая луна, шли читания мудрецов. Зачем нужна простая луна, на которой столько темных пятен? Поэтому черная планета Раху закрыла полную луну. Небо и земля погрузились во тьму. И тут же звуки святого имени наполнили все три мира. Криша! Криша! Люди, изумленные тем, что происходит на небе, повторяли святое имя. Случилось лунное затмение. И даже те, кто не был вайшнавом, вошли в воды Ганги и стали петь Хари Кришна Махамантру. Мир ликовал. Вайшнавы без устали воспевали святое имя. А люди других религий, особенно мусульмане, передразнивали «Кришна, Кришна!» Так святое имя звучало всюду. Так Кришна явил свою беспричинную милость. Полная луна Гаурахари взошла в провинции Нади. И тут же тьма грехов и страданий рассеялась. Мир наполнился счастьем и воспеванием святого имени Господа. Внимай, опять утащил наши одежды и ругался такими бранными словами, что невозможно даже повторить. А когда мы попытались его образумить, он с головы до ног обрызгал нас водой и чуть ли не драку затеял. Незаметно подкравшись из-за спины, твой сын кричит прямо в уши. От неожиданности и шума можно лишиться дара речи. Ну ладно, я скажу. Она мне вообще обещал жениться. И на мне. Ну все. Все это очень обидно для нас. Он набирает полный рот воды, а потом струя выпускает прямо в лицо. Что? Все это продолжается каждый день. Не мой во всем напоминает Синананды Махараджи Кришну. Ты думаешь, он царь? Шачи, прошу тебя, пойми своего сына. Красавица моя, поверьте, как только Немай вернется домой, я накажу его, и ему больше не захочется мучить вас. Мама, что ты несешь? Ну-ка покажи. Мы приготовили подношение, чтобы почтить богиню Шашти. Ты пока поиграй здесь, а когда я вернусь, ты получишь бананы. Ау, мама! Ну, что с тобой? Я ж тебе много раз говорила. Ты заболел? Мне свело живот от невыносимой боли. Почему ты мне постоянно причиняешь такие страшные страдания? Боже мой, что ты делаешь? Неугомонный мальчишка! Когда ты научишься почитать полубогов? Ты же сын Брахмана! Почему ты такой вредный?
оставить тело. Еще видеть тебя таким непослушным. Пойми, мама, я один в недвойственности. Нет никого равного мне. Мною, моей непроявленной форме, пронизана вся Вселенная. Все существа находятся во мне, но я не в них. Как, поливая корень дерева, можно напоить все дерево? Как, отправляя пищу в желудок, можно насытить все тело? Так просто, поклоняясь верховной личности Бога с любовью, можно удовлетворить всех полубогов, которые являются различными частями верховной личности. Ах, баловник! Так проходили, наполненные нектаром, детские игры Господа Гауранги. Он дарил вкус родительской любви для преданных, которые испытывали вкус родительской расы. Пока не пришло время принять саньясу и начать свое триумфальное шествие, подавляя веккали воспеванием санкиртаны, вовлекая в этот процесс всю Вселенную. Удачливы все люди, живущие в эту кали-югу, отмеченную явлением Шри Чайтани Махапрабху. Господь Гауранга приходит не в каждую кали-югу, поэтому спешите получить его милость. Спешите получить его милость. Он наполняет весь мир любовью к Богу. Он сам наслаждается этой любовью и кричит в экстазе святое имя, желая пробудить спящие души века кали. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Я склоняюсь перед Шинавадвипа трансцендентной землей, которая полна лесов, обиваемых свежими бризами Занди, и вновь рожденная преданность проявляется через бесперемесную милость Златокожего Господа, где проявляется Радхабава Радхи Кришны в этой трансцендентной обители. Нитянанда Махамнауми, Сарвананда Карампарам, Харинама Прадам Девам, Мавадхута Шираманим. В глубоком почтении склоняюсь перед Всевышним Господом Нитянанда Прабу, который всех награждает высшей радостью. Радостью имя является драгоценным украшением всех нищих Парамахамс. Шриман Мавхти Кадана Бхатта, Ачикура Сусмара Чандрананам, Шиканда Гуру Чару Читра, Васанастра Вия Кушан Чита. Западная Бенгалия, вот эта область на карте Индии, видите, что она находится в такой вот части, то есть залив такой Индийского океана. И вот это уже увеличенная карта Западной Бенгалии. Обычно паломники переезжают в Калькутту, и от Калькутты 140 километров находится вот этот город Навадвипа. Здесь, собственно, расположена Навадвипа Мандала, место явления Чайтаньи Махапрабху. Это для тех, кто намеревается совершить паломничество. Вот. Центральный остров называется Антардвипа, и вокруг него расположены остальные 8 островов. Симандардвипа, Годрумадвипа, Макхядвипа, Коладвипа, Джахмадвипа, Ритудвипа, Рудрадвипа, Мадрудрадвипа и Симандардвипа. Эти острова испещены вот такими рукавами рек Ганга и Джаланга. Таким образом они такую причудливую форму. И каждый остров имеет соответствие с 9 принципами преданного служения, имеет свое название. Видите, Шраванам, Киртанам, Смаранам, Севанам, Арчанам, Ванданам и так далее. Сахья и Атманиведанам, центральный остров, где находится Йога-Фит, явление Чайтаньи Махапрабху. Первое место. Мы с вами отправимся. Первый остров, который мы посетим, будет Симандардвипа. Дальше мы пойдем по часовой стрелке и закончим центральным островом от Антардвипа. Сейчас мы отправляемся в Симандардвипу. Мы расскажем вкратце, почему остров так называется. И этот остров олицетворяется Байшраванам. Первое место, которое мы посетаем, называется Ганганагар. На этом острове расположено место, где царь Бахиратха некогда
пытаясь удовлетворить и спасти своих предков, он попросил Гангу не зайти на землю, и Ганга согласилась при условии, что она будет не страдать на голову Шиве, и что в ее водах не будут скапливаться грехи. И он сказал, что, пожалуйста, вот ты можешь спадать на голову Шиве, а в твоих водах будут делать омовение святые, и поэтому ты будешь свободен от грехов. И когда они пришли в Навадвипу, Ганга вдруг остановилась, и Пахирадза, дуя в раковину, указывал ей путь, куда двигаться. Он увидел, что она прекратила свой путь, он вернулся и сказал, почему, Ганга, ты прекратила свое шествие? Она сказала, сейчас месяц Маха, но наступает месяц Палгуна, и я хочу остаться здесь, это мое желание, хочу дождаться Палгуна Пурнимы, когда явится, когда будет явление читания Махапрабху, это мое желание, а после мы дальше продолжим свой путь. И ты останься терпеливо и жди этого времени. И так Бахирата остался и ждал, пока Ганга Деви, вот она восседает на крокодиле, дождалась сегодняшнего дня, сегодня Палгуна Пурнима, день явления читания Махапрабху. И после они отправились далее. Это место очень знаменитое, ибо читание Махапрабху много раз совершал здесь свое омовение. Остров Симантадвипа называется в честь аскезы, которую совершала Парвати. Некогда в Сати Югу она увидела, как Шива Махадев совершал удивительный танец и выкрикивал имена «Гауранга! Гауранга!». После она спросила, кто такой Гауранга, я ни разу не слышала о нем из наших тантр. И он сказал, это явление Кришны, которое явится в Кали-Югу из Лунашачи в этом месте. Я оставил свой город Каши и поселился на берегу Ганги в соломенной хижине и буду там жить и спасать своих последователей. И Парвати спросила его, могу ли достичь совершенства жизни, если буду повторять имя Гауранги? Махадев сказал, ты и есть его частичная экспансия, поэтому отправляйся и совершай аскезу, удовлетвори Гаурангу. И Парвати таки сделала, направилась в этот остров Симантадвипа и начала совершать суровые аскезы. И Гауранга был очень удовлетворен ей и явился в таком облике. И спросил, что ты хочешь? Парвати сказала, ты дал мне сложное служение, я должна окутывать иллюзии живые существа, которые отвернулись от тебя. Но в этом есть мое проклятие, ибо я никогда не могу увидеть тебя. Так говорится, где есть Кришна, там нет места Майи, поэтому я никогда не вижу тебя. Как же мне достичь совершенства жизни? Я теряю всякую надежду. И в этот момент она взяла пыль со стоп Гауранги, повесила себе на голову вот частичный пробор, который у женщин называется Симанта. А, простите, вот мы в Чханкази отправляемся, вот это место, в этом острове Симантадвипа. После того, как Чайтанья Махапрабху освободил Чандакази, он дал ему наставление, и он стал вайшнавом. Он испытал величайшее блаженство, общаясь с Чайтанья Махапрабху, и стал преданным. И он был помещен в самадхи в этом месте. Здесь вы видите самадхи Чандакази. Это место не отлично от Мадхуры во Вриндаване, и поговорится, что Чандакази он был камсой Кришналиле, а Джарасанха явился в Гавралиле как Хусейншах. И говорится, вот преданный поклоняется самадхи. Говорится, те, кто увидят это самадхи, лишаются болезни и старости. Поэтому можете сейчас смотреть внимательно. Это место. Здесь вы видите два дерева. Они обнимаются. Здесь плохо видно, но это два разных дерева. Одно дерево Чампа, другое дерево Ним. Это Ним — это Чайтанья Махапрабху, а Чампа — это Чханкази. Так они обнимаются в объятиях вечно. Следующее место, куда мы отправимся, называется Раджпур Джаганатха. Это место не отлично от Джаганатхапури. Такой прекрасный храм, который сейчас принадлежит ИСКОН. И здесь вы видите, вот этот храм, он не имеет, видите, в теплых районах Индии он не имеет окон. Чижнаши Бадеш Сабадрики Джа. Какие прекрасные божества установлены на этом храме. Такой алтарь. Это наш Тарун Кришна Прабхуджи. История такова этого храма, что некогда сам Господь Джаганатха пришел сюда и вечно проживает здесь со своими шабарами. Это племена, которые начали поклоняться ему изначально. И он убил здесь демона Рактабаху. И храм, вот видите, есть расписание, какая сева совершается. Каждый может сделать пожертвование. Те, кто побывает, обязательно сделайте какую-то севу для Джаганатхи Балдеви Субадри. Следующее место. Место вот Калавеша Шридхара. Это место жительства знаменитого преданного Калавеша Шридхара. Вот именно здесь жил Калавеша Шридхара. Я не буду пересказывать историю. Вы знаете, как он торговал тарелками из пальмовых листьев. И Чайтанья Махапрабху торговался с ним и часто сбивал цену до нельзя, что приводило в гнев Калавеша Шридхара, в трансцендентный, скажем, гнев. И
он 50% своего дохода от этого несложного дохода отдавал на похоронение матери Ганги. Вот мы видим эту сцену. Это не было такой дом, это вы видите такой кутирщик уже, то есть не такое было строение, у него была бунгало, буквально хижина, соломенная такая постройка. Вот это место, где прожила Павичи Хар. Следующее место называется Майя Мари. Место, где Господь Баларама убил демона Маясуру. Когда он совершил паломничество по святым местам, он даже добрался до Навадвипы. И браманы рассказали, что некий демон Маясура постоянно причиняет беспокойство, он оскверняет кунды и притесняет браманов. И тогда Баларама сразился с ним, как некогда с обезьяной Двивидой. Он убил демона Маясуру. Это место стало называться Майя Мари, то есть место, где нашел смерть демон Майя. Следующий остров – Гадрума, Гадрума-Двипа. Он олицетворяет собой процесс преданного служения киртанам. Мы попадаем в древнейшее место, которое называется Дева-Пали. Это божество Нрисимха-Дева, которое было установлено со времен Сати-Юги. Ему поклонились Брама, Шива и другие полубоги. Вот это божество. Профиль спереди. И место, которое вы видите, это река Мандакини. И здесь были расположены тилы, такие холмы, на которых все полубоги, после того, как Хиранья-Кашипу отдыхал здесь, Нрисимха-Дева, когда убил Хиранья-Кашипу, отдыхал здесь, все полубоги построили здесь себе жилище. И на тилах были Брахма-Тила, Шива-Тила, Кувера-Тила и так далее. И сам Вишвакарма строил им прекрасные дома на этих местах. Сейчас, к сожалению, в Сати-Юге ничего не осталось, вот река осталась, называется Мандакини. И здесь, в этой реке, Господь Нрисимха-Дев омыл свои когти после убийства Хиранья-Кашипу. Преданные совершают омовение в этой реке. Из этой реки берет начало другая река, которая называется Алакананда. И она приводит нас в удивительное место, которое называется Хари-Хара-Кшетра. Это копия Каши или Варанаси, которая расположена на западе. И здесь вечно пребывает Господь Шива со своими последователями. Но это божество необычное, вот этот храм. Здесь говорится Шива и Вишну в одном облике. Вы видите, полу-Вишну, полу-Шива. Тут кто темный, это Вишну, тут кто светлый, это Шива. Видите атрибуты Вишну? Диск, булава. Вы же видите палец, трезубец, да. Итак, это копия Варанаси. И говорится, что если Варанаси можно совершать 1000 лет в процессе гьяны какие-то аскезы, то здесь достаточно преданно просто петь имя Гауранги, и Господь Махадев в момент смерти шепчет к вам преданному имя Гауранги Манука. Дети, пожалуйста, сядьте. Дети. История, где Чайтанья Махапрабху посадил косточку манго, и в мгновение ока выросло громадное дерево со спелыми плодами. Еще если кто-то пробовал манго, вы знаете, что там толстая кожура и большая косточка. Но эти манго были без кожуры и без косточек. И так Гауранга Махапрабху удовлетворил своих преданных, которые после горячего киртана были голодны. И дерево мгновение выросло из одного косточка. И 200 плодов Чайтанья Махапрабху лично собрал и раздал всем эти сочные плоды манго. Все были крайне удовлетворены. Вот это дерево. Оно сохранилось. Преданные совершают парикраму.